Настоящим рыбакам хоть камни с неба. Всем привет. Погода преподносит сюрпризы. А мы на рыбалку. С вами канал Карелия, все рыбалки и не только. Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. По поводу отдыха пишите на страницу ВКонтакте. Самое интересное впереди. Вот лесная речка. Очень красота. Дождь рыбалке не помеха, а вот ветер – это серьезная проблема. Сложно сделать точный заброс, а на реке это одно из первых условий. Мы решили зайти в лесную речку, спрятаться от ветра и заодно попробовать порыбачить. Река нас встретила роскошной осенней красотой. Вот первая поклевочка. Смотри, тихо-тихо, подымай. Ничего? Сошла. Сошла? Эй, ну ладно, она тут. Вот такие заводи. Ручей сюда впадает, расширяется и идет в речку в лесную. Интересное место. Вот так он дальше идет. Вот туда. Там же речка. Прошел я до конца, до самого ручейка. Красивые места, хорошие. Но сейчас осень, поздновато тут рыбачить. Была у меня хватка щучки. Не взяли мы ее. Окушок мелкий. Пока так. Вот, друзья, я не знаю, если вам видно, далековато, но ближе тоже не будет. Вот на той дальней сосне на большой, их суковое гнездо. Это или белохвостого орлана, но что-то очень большое гнездо какого-то орла. Вот его хорошо видно. Вон оно, на фоне. Да, интересно, такое гнездище сложить на самой макухе. Интересно. На лесной реке рыбалка не получилась. То ли рыба была неактивна, скорее мы что-то сделали неправильно. Было несколько мелких щук и некрупный окунь. Речка очень красивая, множество заводей. Думаю, летом надо обязательно туда вернуться. К обеду ветер стих, погода помаленьку наладилась. Решили, надо вернуться на большую реку. Что мы и сделали. Вот, ребята, вот такой мелкого много. Отпускаем. Опа. Там вот один где-то подальше есть. А этот есть такой. Вот он, видите, какой. Резочек. Иди, говори, расти. И этого тоже. Вот, на следующий год он уже подрастет. Вот так. Этот едовой же можно взять. Пока, на уху. А там будет видно. Вот. Будем вот такого выпускать. Опять миленький. Иди гуляй, родной. Расти. Красавец. Ну вот этого можно взять. Красавчик. Едовой. Этого мы пускаем. А вот там еще один. Вот этот едовой. Того попробуем взять. Да, такой более-менее
Вот уже пожирней. Горизонт. Опа. Вот еще один, ребята, едовой. Ну, на уху поймаем. На уху, на сугудай. Должны поймать. О, какой этот уже вообще ладненький. Так надо. Не сделан. Вот еще. Я в одном месте. Но этого мы отпустим. Ай, красавец. Поплыл. Того посмотрим. Нет, это седовой. Ну, более-менее. Крючок уже можно взять. Здесь уже, вот, это уже хорошо, Опять не крупный, а этот пусть идет, гуляет, растет. Красавец. Нам такие не нужны. Иди, хорош. И опять небольшой. Да что такое? Много очень мел. Видите, сколько хариза? Этот хариз весь вырастет. В следующем году уже будет хорош. Так что рыбка растет, она есть. Вот, ребят, сколько хариза. Только, я вам говорю, отпускайте мелкого. Вот такого надо отпускать. Тогда он будет быстро расти, его будет много. До этого уже можно взять запросто. Видите, довольно-таки едовой хариз. О, это уже все. Опа, вот такого тоже отпускаем. Иди гуляй, рыба. Так, вот этого берем. Опа. Едовой. Это мы пускаем. Как на удочку. Вот. Пусть растет. О, красавчик. Да. Я таких, знаешь, сколько там выпустил? Штук 15, наверное. Ну, это уже съедобный. Нет, более-менее. Все, вот так его. Оп. И все. Красавчик. Едовой. На узурика мелкого. А сказал бы, что нет, да? Опа! Эй, красота! Как он бьет, гад! Он перепробовал все воблерки. Андрюха, Москва, спасибо. Привет. Ну что будем делать? Как мы его? Ну, обессиливай его. Как мы его будем брать? Есть! Моя помощь не понадобится? Под, не знаю, подожди. Надо будет. Дело. Попробуй. Я не знаю, если возьмешь. Он чуть висит. Тихо. Не бери за шнур. Я подтяну. Стой. Убери руку. Вон там еще ребята ходят.
рыбачат. Ну вот, поймали вот таких рызов. Была поклевка, исход хорошей рыбы. Но это не беда, все получилось. Пусть вам повезет больше. До встречи!